Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, добрый день. Очень рад вас всех видеть. Сегодня в Государственном Кремлевском дворце проходит церемония вручения премии «Возвращение в жизнь». Это одно из центральных событий, посвященных празднованию 20-летия Паралимпийского комитета нашей страны. От души приветствую и поздравляю вас со знаменательным юбилеем. Желаю успехов, удачи, новых достижений в продвижении благородных идей паралимпийского спорта. Здесь собрались чемпионы зимних и летних игр разных лет, авторитетные тренеры, специалисты. Я рад приветствовать и президента Международного паралимпийского комитета Филиппа Крейвина, который вносит огромный вклад в развитие паралимпийского движения во всем мире. Рад приветствовать его коллег, а также наших друзей из национальных паралимпийских комитетов и спортивных федераций. Стараниями многих энтузиастов, талантливых и неравнодушных людей паралимпийское движение сделало огромный рывок вперед. И в нашей стране оно вышло на очень заметную, серьезную высоту. Мы гордимся российскими паралимпийцами, их выдающимися победами. Дорогие друзья, вы демонстрируете сплоченность, мастерство, бойцовский характер, достигаете действительно отличных результатов. И на сегодняшний день являетесь одной из самых сильных команд в мире. Именно такие атлеты, энергичные и мужественные люди, становятся лауреатами премии «Возвращение в жизнь». Среди награжденных также их тренеры, наставники, заслужившие высокое признание. Ваш пример еще раз убедительно показывает созидательную, вдохновляющую силу спорта и поистине безграничные возможности человека. В этом году атлетам-паралимпийцам предстоят новые испытания и ответственные старты. Важнейшие из них – 15-е паралимпийские летние игры в Рио-де-Жанейро. До них остается не так уж и много времени. Знаю, что подготовка сейчас ведется полным ходом. Наши спортсмены уже завоевали право соревноваться в 16 из 22 паралимпийских видов спорта. Но борьба еще не завершена. Рассчитываем, что российскую делегацию в Рио будут представлять больше спортсменов, чем на предыдущих паралимпийских играх в Лондоне. И она станет одной из самых многочисленных. Ждем, дорогие друзья, ждем ваших ярких победных выступлений. Будем болеть за вас и переживать за вас. Еще раз поздравляю вас с юбилеем Паралимпийского комитета России. Позвольте пожелать вам всего самого доброго. Удачи. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Желаю вам хорошего вечера. Всего доброго.